«Жемчужине Сибири» стартовали межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийских чемпионов Тюменской области. К слову, в сезоне это первые конкурсные забеги. Участвует 125 молодых спортсменов из 15 регионов страны. Открытие провели в неформальной атмосфере. Биатлонисты пообщались с олимпийскими чемпионками Ольгой Мельник, Луизой Носковой и Галиной Куклевой. На встрече присутствовала и Лилия Вагина. Открытие соревнований без галстуков пришлось по душе молодым биатлонистам. Советы от олимпийских чемпионок – настоящая ценность. Грамотно размяться так, чтобы быть разогретым и готовы к дистанции. И уйти в гонку. У ребят не заканчивались вопросы титулованным спортсменкам. Интересно знать все – от тренировок и отношений в команде до преодоления страха перед гонкой. Я любила вечером, например, доставать Галину Алексеевну Куклеву. У меня был мандраж, она меня даже в комнату выгоняла иногда. А вот Луиза Носкова призналась, что однажды хотела уйти из биатлона из-за неудач со стрельбой. И теперь, как никто другой, понимает, насколько важно подготовиться к сезону психологически. Мы постарались учесть все, чтобы не только именно был спорт, да, в жизни ребят, но и чтобы у них был такой настоящий хороший праздник. Поэтому в этом году формат проходит впервые у нас такой-то. Жеребьевка вместе с участниками. Участники будут тащить сами, вытаскивать номера. Праздник праздником, но и о лыжах забывать не стоит. Первая соревновательная гонка без стрельбы, разминочная. Или, как ее еще называют, гладкая. Чтобы дети потихоньку начинали вкатываться, сезон начинается, торопить их нельзя, нельзя форсировать. Поэтому первая гонка проводится гладкая. Трасса великолепная, трасса в очень хорошем состоянии. Юноши бегут 7,5 километров, а девушки 5. Алло, оп. Поехали, дышим. Но несмотря на располагающую погоду и атмосферу, первая гонка далась ребятам непросто. Было очень тяжело, не хватает скоростной работы. Ну, трасса очень хорошая. У нас, в принципе, в Омске такого нет. Основное испытание ждет биатлонистов в понедельник. Это еще одна гонка – спринт. Лилия Вагина, Александр Изосимов, Тюменское время.